Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Зазепа. Начинаем новую тюрьму, потому что с предыдущей мы накосячили. Серьезно так накосячили. Ну, какую? Мужскую или женскую? Давайте, я не знаю. Энти-бенти или варенти, энти-бенти, съели варенти. Давайте женскую тюрьму создадим. Как обычно, начальник тюрьмы у нас это дядька будет с очками. Так, происшествия не хочу, банды, ну еще куда ни шло. Слое поражения давайте не будем. Генератор зданий мне не надо. Озера я тоже думаю, что не надо. Ну и карту, естественно, большую создаем. Давайте. Что нам? Сразу давайте обозначим по нашей традиции места, территории, где здесь у нас будет зона доставки. Такую побольше. Так вот. Угу. Ну и, пожалуй, для мусора. Для мусора, в принципе, такая большая территория не нужна. А давайте, знаете как, у нас будет тут половина зоны на отправке и половина зона... половина зоны на мусор, короче. Это такая у нас территория тут. Вот, сразу ворота обозначаем. Все, так, зоны мы здесь построили. Осталось поставить шлагбаумы. Тюремные ворота поставим тут. Такие раз, два. Тут, я думаю, не обязательно сюда ставить, чтобы не мешались. Ну, сразу давайте, я не знаю, что там нам, какие комнаты первой необходимости. Кухни, столовая. Да, надо кухню и столовую поставить. А где мы их разместим? Но здесь у нас посередине будет поле, да? То есть там люди будут гулять, камеры стоять. Я обычно здесь размещаю какие-то административные здания. Не, рядом с воротами я знаю, что это плохо ставить, потому что там могут конфликты возникнуть, короче. Я не знаю. Ну давайте где-нибудь тут снизу построим. Кухню обычно надо большую строить. Вот такую вот. Здесь у нас будет такая столовая, чуть поменьше, да? Чуть поменьше столовая. У нас уже денег на такие столовые заканчиваются. Так, и надо сразу сюда, короче, двери поставить. Раз, два. Ну, такая, знаете, с запасом, чтобы. Что нам еще надо? Нам нужна душевая. Душевая тоже такая не маленькая должна быть. Да, сейчас, короче, по деньгам. По деньгам будет все плохо у нас. Не люблю я, короче, не могу я по мелочи строить. Вот, короче, это будет у нас здесь столовка. Ну что, нам забор нужен. И камеру, собственно говоря. Давайте пока начнем с забора. Вот так вот. Раз. Два. Вот так вот. Сюда. Я думаю, пока такой площадки нам хватит. Даже слишком за много. Ну ладно. Не сокращать же ее сейчас. Все. Так. А, сейчас рабочие, короче, поприезжают. Давайте запустим время. И, короче, давайте... так. Деревья повырубаем, чтобы по деньгам у нас все нормально было. Пока они там приедут, пока они там все начнут-то работы свои. Жалко, что нельзя вот так вот, знаете, выделить. Как вообще? Сразу нажать там, демонтировать. Не предусмотрено пока что это. Может, я не умею чего-то. Не знаю. Эти сразу на деревья, короче, накинулись, потому что бабоса нету. Ни на что. А, я еще зоны также не обозначил. Так... Что у нас там? Приемная. Ну, доставка должна быть. Склад, склад. Отправка. Вот отправка хотел здесь сделать. Вот такая вот зона отправки, да? Пускай будет. Ну и доставку расширим. Уже доставка. Тут нужно место побольше. Я четко обозначил. Да, нормально.
Все, тогда отлично. Зона расширяется. Деревья рубятся. Можем даже помочь. Так, продаем объекты. Так, я тебя назначил, чтобы тебя срубили. Я назначил. Так, продаем объекты. Разогнался я, конечно же, с душевой. Ну а что мелочиться, да? Так, демонтируем здесь все. По бырику. Наши там рабочие работают. Деревья таскают там. Да, время у нас 19 часов пока что еще есть. Ну, в принципе, душевые там они все это отстроят. Она ведь надо же еще эти... Как их? Короче, водонасосную станцию, там электричество надо поставить. Что же еще такая, знаете ли, работа? Рабочих побольше я пока нанять не смогу, к сожалению. Пока у нас долги. Так вот, ну поможем им, поможем. Что это, знаете, не ходили там в куче, это все не складывали. Не тягали там с места на место. Чтобы как-то ускорить процесс сам. Знаете, еще камеры надо построить. Еще эти, блин, построили. Забор даже. Даже забора еще нет, прикиньте. Здесь нам все это вот не надо вот. Продаем вот это вот все. Лишнее, ненужное. Вот. Уже лучше, да? Уже в разы лучше. Уже не минус 7 тысяч, уже минус 3 тысячи. Сейчас продаем. Все у нас будет. Правда, это долгое такое, знаете, занятие. Отсюда деревья давайте поубирайте. Мне тут не нужны. В зоне доставки особенно. Там, где место вообще, в принципе, играет важную роль. И нормально, они деревья рубят. Нафиг строить? Ну, конечно же, нафиг, потому что денег же нету. На постройку, короче, нанял рабочих. А зарплаты им не плачу. Так, какой обыскать? Продать. Ну чё, сейчас серьезно? А, обыскивать-то и некому. Как отменить обыск? Я не знаю, как отменить. Наверное, продать все эти объекты. По-быстрому. Сейчас мы этим и займемся. Так, ну у нас уже минус штука. Это уже результат. Однако у нас осталось 11 часов. Блин, я одного рабочего уволил. Ну ладно. Я нечаянно, братан, извини. Мне как под горячую руку попадать. Сейчас еще темно будет, как... Как у негра дома. Да, денег что-то у нас не прибавляется. Однако, что у нас здесь? Уже помещение почти готово, я так вижу, да? Забор, по крайней мере, уже отстроили. Уже хорошо. Я думаю, наши заключенные пока могут и на улице пожить. А что им? С них не убудет. Хорошо, что я, блин, эти происшествия отключил, потому что... С этими происшествиями можно и, короче, его запороть. А, блин, не хочу я обыскивать их. Вот это вот деревцо мне еще спилите.
Опять здесь все перехыл. Нужна дверь. Да ладно. Вот дверь. Чуть не уст... Ебать, еще хватит, что ли, по... Ёлки-палки. Как я мог? Кто-нибудь мне скажет, как я мог? Я сам не понимаю, как я мог. Ну да, блин, слепой. Сейчас еще и денег нету поставить. Обидно. Ну хоть они тут не перехыли ничего. Уже хорошо. Пень. Фиг на этот пень. Давайте деревья пилите. Здесь можете подпилить немного. Что-то у нас как-то мало деревьев, конечно же, тут размещено с моими-то запросами. Так, ну, в принципе, стены они тут все построили. Осталось, блин, только реально двери. А я этот момент немного упустил. Все равно заключенные не смогут пользоваться, если там... Ну давайте, завозите тут все это. Добро. Потому что деньги мне сейчас нужны. Хотя бы просто двери поставить. Так. А, наверное, плохо видно. Ну а что ж я поделаю? Темно. Темнота, друг молодежи. В темноте не видно рожи. Как ты тут так перемахнул ловко? Ну-ка покажи. Ясно все с тобой. Еще 3 часа у нас остается до заключенных. А у нас денег не хватает. Нужно быстро продавать, что видим, и сразу ставить, короче, закупаться дверьми. Ну вот, у нас уже рассвет. А толку, как говорится, нет, да? Так. Ищем, короче, деревья и сейчас сразу же закупаемся дверьми. Нам нужна где-то 100 баксов там. Вроде как надо было. Так, у нас минус 92. Нам нужно где-то еще 200 бочинских найти. Вот что тут валяется. На деньги похоже. Такие, знаете, деревянные деньги. Тугрики, походу, какие-то. Так, все, на двери хватает, отлично. Главное не промазать опять, да? По крайней мере, на кроватях сэкономим. Вот так вот. Все, давайте, перекрывайте здесь. Деньги у вас уже есть. Потом будем, короче, откладывать на камеры там. Все, давайте, давайте, быстренько, быстренько, скоренько, скоренько. Все, так, помещение есть. Так, еще бы в это помещение нам бы поставить вещи необходимые. Например, там, в столовой лавке там, раздаточные столы всякие. Давайте отсюда еще потягайте. Куда мне бабки ушли? Мне наоборот заплатить должны были. Здесь уже там что-то демонтируют. Вот все никак в плюс не уйдем. Да куда мне еще больше человек? Вы что, с дуба рухнули? Все. Хватит. Мне бы этих расселить. Горемык. Где эти горемыки, кстати? Ёкарный мамай. Дайте мы охранника, кстати, наймем. Смотри, пока они что-то обыщут. Ладно, подождем. Кстати, подождите. Мы уже можем комнаты поставить. Только давайте, знаете что? Нет, давайте сначала вот электричество.
инженерные, то есть генератор куда-нибудь сюда сейчас проведем. Ну и водонасос. Так, здесь у нас будет вот так. Да, вполне себе нормально. Так. Короче, кабелем сюда запитаем. Вот так вот. Отсюда мы, короче, сейчас воду проведем. Не знаю, пускай вот такая будет, подлиннее. Сразу конденсаторов несколько штук. Вот так вот. Все. У нас, по крайней мере, сейчас есть будет электричество. Так, здесь у нас будет столовая, она такая побольше. Такая подобротнее, посолиднее. Здесь у нас кухонька будет, пожалуй. И здесь, а что здесь? А, здесь это душевая, да? Мусор, столовая, душ. Вот так вот. Ну, здесь мы пока назначим двор, да? Почему бы и нет? Так, ну по деньгам, кстати, сейчас пока, ну, вроде как, исправили свое плачевное положение в лучшую сторону. Еще с детем сюда. Дочь 0. Шо ж ты так с ребенком-то залетела, а, родная? Так, есть ли у нас здесь... Что у нас здесь? Здесь у нас кухня, да? Ну что, пока они там проведут. Там в кучку натягая там эти деревья. Надо, короче, больше рабочих чувствую нанимать. А то еще ж одного нечаянно уволил. Косякового залетного парня. Заключенные у нас голодные. Ну что ж поделать. Стройка века. Недостроенная тюрьма. Чем не могу помочь. Люблю, знаете ли, глобально думать так. Если строй так уже добротно. Что-то. Эти, в принципе, потерпят. Ничего с ними не произойдет. Ставьте уже быстрее что-нибудь. Или дайте мне хотя бы рабочего нанять. Где, блин, деревья, что там поспиливали? Вот они. Сейчас я пока время остановлю. Продаю, что они там насобирали, чтобы нанять одного рабочего, чтобы деньги не ушли в скором темпе. Быстренько назначу там деревья на демонтаж. Вот так вот. Ну, я так пока выборочно, то есть. И там поспиливают, уже будут другие видны. А, так, где у нас еще пни валяются? Вроде тут вот валяется что-то. А ведь все равно не можем пока рабочего нанять. Обидно. Ладно, что поделать, запускай. Запускай шарманку. Чё уж такое, блин? Какие-то записки. Не понимаю, побег, наверное. Хотя заключенных здесь и не бывало. Ни разу еще так. Давайте двигайтесь уже быстрее. Кровать он там выносит, переносит что-то. Заключенные тут скоро уже сознание начнут терять с голодухи. Я еще камеры не строил. Я даже, блин, покормить не могу. Восемь заключенных, ни одного камеры нету. Сколько рабочих, кстати, стоит? 500. Мне не хватает денег, там 500-ку стоит. Эти, блядь, все кучу тягают.
Может как-то побыстрее. Нет, не хватает 90 баксов. Одного рабочего. Христианина. Что ты встал? Отдыхаешь, что ли? Блин, а если реально нам ведь еще нужна комната отдыха персонала. Все, так, еще одного рабочего. Что это там стонет, девки? Помыться хотят, да? Ну, мужик там... Взял, короче, на грудину. Вы, блин, давайте уже эти поставьте. На что я бабосик потратил? Это уже время обеда, блин. Поесть не могут. Запустить их даже не можете по-нормальному. Копошатся что-то там. Деревья тягают. Вот эти, блин, быстренько бы уже пообстругали. Мелкое дерево. Давай, тебя демонтируем. Всех, короче, демонтируем. Бабосик срубим. Да поставьте вы уже эти генераторы, блин, поскорее. Вот, блин, не, надо все-таки комнату отдыха персонала сейчас еще сделать. Тогда давайте, может быть... Я не знаю, душевую может убрать пока. Хай пока грязные походят. Так и сделаем. Так, комнату персонала пускай здесь будет. Потом еще демонтируем, то есть что там. Минимальный размер, диван, автомат с напитками. Баксов за диван вам еще отдавать. Зато они начнут работать более быстро и эффективно. Отдыхать хотя бы начнут. Так, объекты, диван. Еще автомат с напитками, еще 500-ка. Видите, пускай они медленно работают из-за этого. Ну что ж поделать. Так, автомат с напитками. Где он там? Так, кресло. Где-то же тут был, неподалеку. О, неужто у нас электричество появилось? Или еще не появилось? Не, появляется только. Не эти ставят, мелкие. Так, где, подождите, автомат с напитками? Вот, я же говорил, что видел. Все. Помещение 4 на 4. Диван давайте ставьте. Все, и автомат с напитками подключаете. Не видите, люди жаждут. Прям жаждет и просят. Целое такое помещение. Ну там поставили или еще нет? Поставили. Небольшая пока прибыль у нас. Очень даже. Слушай, ну ты два провода доложить не можешь и этот автомат поставить. Столько рабочих.
Не могут элементарные работы выполнить. Жалко, что нельзя здесь назвать. Ёлки-палки, что я сделал? Я нечаянно. Неразрывная линия, вроде неразрывная. Ну, сейчас уже, по идее, должны скоро доложить. Вон, давай, ну, последнюю. Красава. Так, раздаточный стол. Объекты. Не, сначала давайте кухню. Что нам надо? Холодильник. 500 баксов стоит. Блин, мы камеру поставить не можем. Какой холодильник? В каком холодильнике может быть речь, да? Мойка. Мусорный бак сюда распределим. Что нам еще надо? Так, мойка где у нас? Мойка у нас тут. Следовательно, надо вот так вот. Бэмц. И сюда вот электричество подвести под плиту. Так, с этим мы завершили. Что нам надо? Нам нужны камеры. Камеры, я думаю, подойдут. Самые обыкновенные. Сколько она, блин, стоит? Здесь не написано почему-то. Я так полагаю, больше, чем та сумма, которая у нас есть сейчас. Чтобы хоть часть заключенных, что ли, могли перебраться в более или менее нормальные места заключения. И опять денег нет. Хоть не бунтует. Так. Вода, я же тебя сюда провел. Идти под середину там надо подводить. Так. А у нас конденсатор еще два в плане, да? Главное, чтобы сейчас замыкания не было, потому что перенапряжение. Я думаю, может, вам больше рабочих рук нанять. Давайте, работайте. Благо Отечества. Хоть комнату этого отдыха для персонала поставили, уже хорошо. Камеры. Нам нужны, блин, камеры. Какие люксы, вот пока обычные. Там рабочие оттирают. Что могут. Не хочу никого увольнять, потом дорого будет нанять. Так, боюсь, блин, здесь нажимать, потому что могут тыкнуть и отчаянно продать не то, что надо. Или уволить кому-нибудь, не дай бог. Так, ну по деньгам вроде уже есть такая более-менее нужная сумма. Плита. А, у нас плиты нету. Вообще у нас повара нету. Вообще у нас камер нету. Давайте начнем с малого. Блин, а сколько нужно денег на одну камеру? Чего она такая дорогая?
Хоть так. Давайте где-нибудь. Я не знаю. Же было бы желательно возле этих, ну, размещать. Чтобы дешевле было вести проводку. Уже возмущаются. Возмущайтесь. С кого-то даже, может, переведем. Так, что нам надо? В столовой нам нужны раздаточный стол. Как влитой здесь стоит, да? Сейчас мы это здесь и распределим тогда. В таком случае здесь будет вот так вот. И вот так вот. И палатки с каждой стороны, да? Идеально. Ай, хэ, так уже будет. Побольше камеру там, может, что поставлю им интересного. Так. Унитаз вам сейчас запитаем тут. Короче, будем сидеть дальше, потом опять без денег. Так вот там уже плохо. Спят в своей блевотине. Ужас. Что со столовой? А, ни один заключенный. Ну, потому что не могут. Наверное. Плита. Я забыл про плиту. Бывает. Ты чё у нас? Где у нас заключенный еще один? Отбыл? Интересная ситуация. Не успел приехать, присесть в камеру, как говорится, да? Уже освобожден. Может, сбежал. Не знаю. Навряд ли он помер. Так, ну кухня, блин, у нас готова. Пускай камеру, блин, построят для начала. Да и есть еще что вырубать. Фига себе, откуда у меня штукач сейчас появился. Заплатили. Где там я видел деревцо? Вот оно. Так, ну тут вроде уже как все повырубали. Здесь вот трубу положите. Молодец. Теперь давайте камеру мне здесь отстроить. Вообще нам нужно сейчас это офисы поставить. В таком уже случае. Не, давайте еще одну камеру поставим в таком случае. Так. Я даже не знаю. Сколько, блин, эта камера стоит? Чем такая дорогая? Так.
Ну, камера готова. Заводите. Чувствуете себя как дома, да? Хочу еще одну камеру себе. Мне не хватает. И пускай они будут чуточку побольше, подумаешь. Кого это волнует? Так. Да нет же, нет, чё вы? Нельзя же так со мной. Ладно, будем вот так строить тогда камеры. Сами решетки ставить. Сами кровати вам тут устанавливать. Раз уж пошла такая традиция, то пускай вот так вот будет. Да не, куда ты унитаз лепишь? Дурной, что ли? Вот так вот. Сейчас мы это подключим, все дело. А оно уже подключено. Назначим здесь камеру. Вот так вот. Теперь здесь типа тоже камера. Наших заключенных обратно заперевели, да? Все не хотят работать. Охранников, что ли, больше нанять? Смысл? Рабочих надо больше. На кухню нужен повар. Организовываем питание, короче, все дела. Стенку, блин, поставьте. Лентяи. Чё, я буду, что ли, ставить всё? Что вы делаете? Где вы их раскидываете, эти бревна? Нафига вы их раскидываете? Что вами движет? Не мог уже этот сучок затянуть себе там на плечо. Покидали тут целыми блоками. Стенку поставьте. Во. Теперь мы можем, блин, на 6 человек ведь. Что если нам сюда еще одну кровать впихнуть? Ну такая камера побольше будет пускай. Ничего ж не мешает. Может, еще одного повара нанять, как думаете? Все грязно, уборщик еще нужен. Офисное помещение. С электричеством, ну вроде пока есть. Давайте сразу поставим офис. Как мы вот так будем их? Нет, давайте уже по традиции, что ли. Раз офис, два офис. Да. Не надо переусердствовать в этом вопросе. Знал, что стенку не доделаете. Увольни. Не понял, зачем ворота снесли?
Что за праздник такой? Ну-ка на место. Куда ты, блядь, побег? Задержать же никто не может. Где тут рабочий, который... Сейчас я здесь еще тоже дверь поставлю. Симбицилы. Что вы тут залагали? Пиздец. Понанимал, называется, по объявлению. Все, в плюс уйти не можем. Да, еще, блин, этого за штуку найми, попробуй. Идите уже работаете. Раненые у нас тут, подавленные. Ну нифиг, блин, бежать. Скажи спасибо тому рабочему, который открыл ворота. Сами еще дураки могли бы не лезть уже. Да иди ты, блин. Вещь. Молодец, притаганил. Тебе еще открыть. Может, он сразу туда охранника, блин? Я хочу, почему начальника тюрьмы? Потому что можно будет задание взять. Ходи уже, блин. Давай. Где-то я тут видел. Что я вам зарплату плачу? Я сам, короче, не знаю, за что им плачу зарплату. Работать они явно отказываются. Нет, нужен начальник тюрьмы, а потом уже. Все, так. Что нам нужно? Задание. Гранты давайте возьмем. Так. Отправьте в карцер. Не беда. Сейчас мы их отправим в карцер.
А где мы карцик поставим? Я думаю, пока хватит. Что еще надо? Общая камера. Давайте общую камеру поставим. Побольше, да, такую общую. Так, где у нас решетка? А здесь ПС стоит. Пока нельзя назначить. Можно пока туда объекты разместить. Там вообще лавка нужна, но я предпочитаю вот это сначала разместить. Потом уже там лавку поставить им. Что еще надо? Я ж так и не построил комнату отдыха, ну, вместо этой. Это ж временная, типа, была. Вот. Комната отдыха вам будет такая вот. Раз такая. Служебная. Че работаете? Поставите эти комнаты. Вы, блин, все стены сносите, да? Нехорошие люди. Да открой ты уже, блин. Можно просто открыть двери. Построить душевую, но я попытаюсь построить душевую. А еще пытаюсь здесь стенку вроде как влепить. Стенка поставлена. Так, объекты. Обычный. Теперь комнаты. Общая камера здесь у нас будет. Туалет еще нужен. Туалет. Еще одного повара нам нанять. Не, уж точно не еще одного начальника тюрьмы. Так, двух поваров. Общую камеру, построить душевую. Вы там как с помещением? Ёх, карный мамай. Что случилось? Вот так вот здесь комната отдыха персонала. А здесь мы, короче, вот это сейчас разберем и перенесем туда. Давайте. Топ-топ. А здесь у нас будет душевая. Здесь у нас будет душевая. Сейчас мы еще поставим эти.
Насадки для душа. Пока много нам не надо. А хватит. Сейчас опять начнется у меня. Понастрою там всякого ненужного, да? В любом случае нам нужна еще плита, еще холодильник. Может даже еще мойка. Не, мойка столько нам не надо. Моек. А что такое? Чего-то не хватает. Бухгалтер нам вообще нужен, да? Еще нам нужна стенка. Что-то у нас из-за когтяра получается. И еще, пожалуй, я бы, наверное, сделал бы заранее вот так вот. Так, вы там разобрали уже? Вы там разобрали уже. Давайте тогда сразу поставим, что здесь надо. Диван-то, по-моему, не этот. Диван. Автомат вам. Радиоприемник какой-нибудь там. Кресло. Что вы еще любите? Ой, блин, я же забыл душевой слив поставить. Теперь все пучком. Все, теперь у нас электричество прям с запасом. И это неплохо. Что такое? Света нету. Сейчас запитаем. Ладно, я думаю. Так. А куда бы сохранить, я вот думаю. Давайте вместо этой сохраню. Ну а с вами был Зазепа. Лайк, подписка. Если нравится вам Призрак Архитект, пишите в комментах. Ну, всего хорошего, удачи и пока.